В якутском селе Сватай накоплен 10-дневный запас угля. В Среднеколымском районе, где были трудности с доставкой угля, идет постепенное наращивание запасов топлива. Об этом сообщил первый зампред правительства республики Алексей Колодезников. Дорога до Сватая пробита. Кроме того, увеличат объемы запасов на 2000 тонн до 16,5 тысяч, чтобы топлива хватило до марта 2019 года. По Среднеколымскому району в целом. До Сватая автозимник у нас открыт, там мы уже нарастающие 162 тонны угля завезли. Сегодня отправляем машину с углем до Эбяха, до Алекакюля, Сылгавитр. Осталось у нас там 7 километров доехать машине, 16 тонн. Соответственно, там тоже будет пополнение. Зимников завершается пробивка по направлению Белая гора-Чекурдах. Также почти готов к проезду республиканский зимник Арктика. Дорожная техника идет от Черского до Колымского и от Среднеколымска до Андрюшкина. Осталось 50 километров.